Очень красивый, талантливый, одаренный актер, звезда фильма «Миссия невыполнима». Чего я хочу? Я хочу мир без войны. Я хочу мир без сумасшествия. Я хочу видеть людей, у которых все в порядке. Мне кажется, я даже не так сильно хочу этого для себя лично. Я действительно мечтаю о том, чтобы у всех все было хорошо. Том был третьим ребенком в семье. В поисках работы семья часто переезжала, что стало одной из причин трудного детства актера. Когда Тому было 12 лет, его родители развелись. К 14 годам он сменил 15 школ. В детстве у него были кривые и неправильно растущие зубы. Он вырос в нищете. Том вспоминает рождественские праздники, не было денег даже на подарки друг другу. Он не всегда был обворожительным красавцем. Из-за этого хотел принять сан и служить в церкви, но потом заинтересовался актерским мастерством. Это желание привело Тома в Нью-Йорк, где он участвовал во всех кинопробах, о которых знал. В 81 году дебют в фильме «Бесконечная любовь». На его счету более 70 фильмов. Женат трижды. Первая жена – Мими Роджерс, американская актриса, кинопродюсер и профессиональный игрок в покер. Однако брак продлился всего 3 года. Его второй женой стала Николь Кидман, австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНЕСКО. Семья Крузо и Кидман распалась в 2001 году после 10 лет совместной жизни. Двое приемных детей – дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. Причина расставания – бурный роман Крузо с партнершей по ванильному небу Пенелопой Круз. Весной 2004 года было объявлено о расставании Крузо и Круз. В ноябре 2006 года Круз женился на американской актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у пары родилась дочь Сури. Но в августе 2012 года официально разведены. Тому приписывают роман с Ванессой Кирби, хотя Ванесса это отрицает. В 2015 году появилась информация, что актер вновь готовится жениться, на этот раз на личной ассистентке Эмили Томас, которая моложе его на 31 год. Хейли Этвелл. Актеры сблизились во время съемок и некоторое время пытались скрывать свои отношения. 40-летняя Хейли до сих пор не была замужем, и все же они расстались. Том Круз снова одинок. Том Круз – фанат автоспорта. Его можно часто увидеть на гоночных машинах и спортивных мотоциклах, как в фильмах, так и в жизни. Также Круз – амбидекстр, действует правой и левой рукой с одинаковой скоростью и эффективностью. Он поклонник саентологии. Моя главная страсть – быть актером. Пожалуй, я очень счастливый человек, потому что я снимаюсь только в тех фильмах, в которых хочу сниматься.